Приветствую вас на моем канале, дорогие друзья. Меня зовут Лилия Донскова. И сегодня у нас будет обзор из каталога номер 8 компании Oriflame новинок, которые, кстати, часть из них участвует в шикарной акции, которую я вам рекомендую обязательно участвовать. Про эту акцию вы можете прочитать на первой странице каталога. И если вы выполните условия акции, сделав всего лишь заказ на 990 рублей, включая два продукта из новой серии Love Nature со страницы со 2 по 11, то вы будете участвовать в розыгрыше электросамокатов или продукции для пикника, да, наборов для пикника. Это классное предложение. И я вам сегодня расскажу про некоторые продукты из новых коллекций. И в частности, это коллекция «Чайное дерево» и «Лайм». У нас, да, я очень рада, что эту коллекцию нам вернули в обновленном виде. Раньше была она у нас просто «Чайное дерево», а сейчас добавили нотки лайма. А лайм, он, как правило, он придает такую свежесть, вносит, да, такие свежие нотки в аромат. И у нас есть возможность попробовать маску-скраб для лица 2 в 1. Почему 2 в 1? Потому что можно использовать просто как маска, нанеся на чистую кожу, на очищенную кожу на 10 минут, а потом просто смыть водичкой, сделать свой ежедневный уход, как привыкли вы, тоник, потом крем и так далее. А можно использовать как скраб на очищенную кожу, 2 минутки, 2-3 минуточки, делаем аккуратненький массаж по линиям наименьшего натяжения кожи. И мне очень хочется быстрее его продегустировать. Да, приятный аромат. Он, конечно, немножечко отличается от того, который у нас был. Нотки лайма чувствуются. Я вот немножечко скраба извлекла. Мне хочется посмотреть, насколько крупные или мелкие частички отшелушивающие. Потому что если они... Нет, не крупные. Потому что когда крупные частички, это достаточно неприятно. А здесь все очень даже хорошо. Кстати, если вы посмотрите видео до конца, то вы увидите сюрприз, который я вам приготовила. Я уверена, что он вам очень понравится. Что я по скрабу вам скажу? Приятная консистенция. Сейчас возьму салфеточку, вытру. Отшелушивающие частички не грубые, они достаточно такие деликатные. Их не очень много, поэтому кожа не будет травмироваться, да, испытывать стресса и так далее. Так, это нам уже не нужно. Далее у нас есть крем. Крем я уже даже открывала, подегустировала. Он для лица. Крем приходит по такой защитной пленочкой. Я как самая любопытная девочка, да, быстренько его попробовала. Вот здесь рядышком нанесу, попробую еще раз, расскажу про свои впечатления. Вкусненько пахнет. Подожду, когда впитается, достаточно много взяла, вот сюда еще распределю на пальчики. Хорошо. Хорошо пахнет, приятный крем. Надо подождать несколько минуточек, чтобы он полностью впитался, и уже я посмотрю, какое будет состояние кожи. Но когда я его пробовала, мне очень понравилось, кожа такая гладенькая была. И в этой же серии мой любимчик, этот продукт всегда входил в топ-10 моих любимых продуктов Oriflame, это масло чайного дерева. Оно приходит в коробочке. Объем масла 10 мл. Хватает его очень надолго. И сейчас в масло добавили лайм. Потому что вот само чайное дерево, оно имеет достаточно такой рисковатый аромат, а лайм его сделает, скорее всего, для многих более таким приятным. Ну нет, конечно, это не духи, но не противно точно пахнет. Такой, ну, как есть, масло чайного дерева. Это очень мощный антибактериальный и ранозаживляющий продукт. И я его использую для многих целей. Это все ранки, укусы насекомых, ушибы, порезы. То есть вот все, что травмируется, мозольки, например, чтобы вот все быстро-быстро заживлялось. Я использую несколько капелек этого масла. Иногда буквально хватает одной капельки, чтобы обработать ранку. Также я его использую как средство против насморка. Обязательно нужно разводить с водичкой. Или как для полоскания горла, чтобы не было кашля. Но обязательно посмотрите, в каких пропорциях нужно разводить, чтобы не сжечь себе, да, слизистую, чтобы не навредить. Вот. Следующая серия. В таких красивых розовых тонах. Сейчас скажу, что точно входит в состав.
органический овес и ягоды годжа. Ну, во-первых, сразу хочу сказать, что розовый цвет уже сразу приятный для глаз, но эта серия больше подойдет для нормальной кожи и склонной к сухости. У меня в руках сейчас маска, я ее просто попробую, мне интересно, как она будет выглядеть. Так. Маска не густая, но и не жидкая, то есть она не течет там, по руке, как вода. Нет, хорошая масочка, легко распределяется по коже. Маску нужно носить толстеньким слоем и оставлять на 10 минут, а потом аккуратненько смывать теплой водой и делать завершающий уход. Масочка пусть у меня немножко полежит, мне интересно. А крем, сейчас тоже попробуем. Аромат, конечно, бесподобный. Крем розового цвета. Чуть-чуть беру с фольги, прямо отсюда в капельку. И рядышком наношу крем, чтобы попробовать. Как пахнет вкусно. Ну, конечно, мы выбираем с вами всегда серию не по аромату, а именно по типу кожи, чтобы был эффект, чтобы был результат. И крем вот лучше всего вбивающими движениями наносить, такой делать пальчиковый дождь, также по лицу, по массажным линиям, то есть это линии наименьшего натяжения кожи. Крем замечательно впитается, увлажнит кожу, напитает ее. Классно. Такой приятный холодок. Ой, как вкусно пахнет. Я влюблена в эту серию. Но маску я себе точно закажу, потому что любая кожа требует питания. Мне кажется, даже жирную кожу все равно нужно напитывать, чтобы не было у нее такого сильного отшелушивания. А масочка пусть полежит. Я потом в конце удалю ее и посмотрю, какая станет кожа. Где я нанесла чайное дерево, кожа идеально гладкая и матовая. То есть прям вот видно, что матовый-матовый такой цвет у кожи. Соответственно, мы делаем вывод, что эта серия лучше подойдет для комбинированной и жирной кожи. Вот. А розовенькая, конечно, уже подойдет больше для сухой кожи. И следующая серия, которую вы видите уже слева от меня, для ног. И в нее входит, так, тоже на картинке можете посмотреть, почитать повнимательнее, три продукта и аромат серии «Манго и женьшень». Меня, честное слово, обрадовало вот это название «Манго», когда первый раз услышала. Я обрадовалась, потому что обожаю этот продукт, фрукт, вернее, обожаю. Мне очень нравится, как он пахнет, вот этот экзотический такой сладкий аромат. И мне интересно, как будет пахнуть эта серия, потому что та, которая была у нас перед этим с апельсином, мне она просто не понравилась. Классно! Вот это классно, такой можно брать. Я очень рада, что удалось попробовать, прежде чем заказать, потому что я уже знаю, что возьму их сразу несколько штук. Следующий продукт – это крем для ног. Какой красивый дизайн, яркий, сочный, желто-зеленый цвет. А мне очень нравятся желтые цвета. Так, где попробовать? Где я еще не пробовала? Вот здесь капельку. Я не знаю, то ли отсвечивает, то ли он действительно желтого цвета крем. Крем очень густенький такой, сразу по ощущениям. Да, он прям густой. Много его не надо будет наносить на лицо. Ой, на лицо, на ноги. Ну, вы же знаете, что я могу заговориться. Да, густой такой, классный, очень вкусный аромат. И следующий продукт – это скраб для ног. И чтобы отличать, крем у нас желтый, скраб зеленый. И уже вы точно не запутаетесь, чтобы случайно вместо скраба не использовать крем, а вместо крема скраб. И хочу тоже посмотреть, как скраб устроен, насколько он такой жесткий. Вот тут буду пробовать. Ой-ой, как много выдавила. Много мне не надо. Сейчас ручки помою. Так, желтый. Он точно желтый. И очень красивые отшелушивающие частички. И коричневые, и желтенькие какие-то вкрапления. Да, вот он сразу чувствуется, он такой грубенький, прям шершавый. А для ног и нужен хороший скраб, чтобы убрать мертвую кожу и сделать пяточки мягенькими, гладенькими. Ой, какой классный! Ау, какая щекотулька хорошенькая! Супер! Так, тоже немножко сотру. Так. И проверю, что у нас с маской. Сейчас я еще одну салфеточку возьму. Масочку просто удалю аккуратно салфеткой.
просто мягкая кожа. А, кстати, там, где был крем, тоже кожа такая гладкая. Видите, прошло буквально прям несколько минуток, и мы уже понимаем, ну, если здесь у меня прям кожа такая натянутая, гладкая, то здесь я вижу, что она напитанная такая, упитанная, насыщенная, наполненная. То есть все соответствует, как и должно быть. Сейчас помою руки. В общем-то, рассказала вам все про новинки, обещала сюрприз. Этого продукта нет в каталоге, его, скорее всего, еще никто не видел. Этот продукт появится, по прогнозам, в каталоге номер 9 компании Oriflame, и это уникальный продукт из обновленной серии. У нас на замену Color Box приходит серия On Color, будет красивый дизайн, и это тушь для ресниц. Мы с вами будем первыми, кто увидит ее и кто ее будет открывать. Наша тушь приходит запечатанная в пленке. Я нахожу местечко, где вот на линия разрыва, и аккуратненько, легким движением руки освобождаю тушь от чехольчика защитной пленки. И мне интересно смотреть, какая будет кисточка. Как вы думаете, кисточку изменили или нет? Мне кажется, нет. Потому что та кисточка классная была. Да, кисть осталась такая же, как и была. То есть ничего не изменилось, изменился только цвет упаковки, и он стал достаточно интересным и привлекательным. Согласитесь, это очень динамично, выглядит так дерзко, бодро. А я всегда ценю, чтобы упаковка была классная такая прям, чтобы достать из косметички тушь, уж как достать, чтобы все сразу обратили внимание. Поэтому я вам рекомендую новинку, цвет черный, тушь объемная. И жду тоже с нетерпением ее выхода. Хочется попробовать, как она будет на ресничках. Благодарю вас всех за внимание. Желаю классных, вкусных покупок в каталоге. Если у вас нет дисконта от 20 до 70% на все продукции Oriflame, обращайтесь. Можете написать в комментариях или заполнить анкету, которая расположена прямо под видео. Я вам помогу во всем разобраться и сделать первые шаги с заказом. До новых встреч! С вас лайк, если видео полезно, и подписывайтесь на наш канал.